На русском мосту произошло двойное ДТП. Обе аварии произошли по одной причине – невнимательность. Первая авария произошла достаточно прозаично. Владелец мощного джипа двигался в сторону Патрокла. Перед ним в паре десятков метров держался микроавтобус дорожных служб. Скорость у Микрика была минимальной, чего не скажешь про скорость Митсубиси. Подбираясь к повороту, джип быстро нагоняет автобус и его начинает заносить. Владелец поздно заметил препятствие в виде медленно идущего микроавтобуса и влетел в него. В итоге Митсубиси припечатал боковую часть Микрику. На этом битье машин на мосту не закончилось. Буквально через несколько минут дорогу здесь не поделили две малолитражки. Автолюбитель за рулем серебристого Митсубиси Кольт с ветерком двигался по русскому мосту. Держался Кольт во второй полосе. На противоположной стороне двигался Фит. Рулевой черной малышки решил поменять полосу для движения, но поздно заметил своего оппонента и перестроился совсем неудачно в боковую часть Кольта. Свои странные и весьма неоднозначные маневры на дороге мужчина комментировать не захотел. Не, извините, я не хотел. Из комментариев? Да. От удара Honda ушла в сторону лееров, встав поперек дороги. Повреждения машин средние, на ходовые способности малышей не влияют. Серая малолитражка осталась без фары, крыла и целенького бампера. Его черный оппонент отделался разбитым задним бампером с левой стороны. Фара тоже попала под раздачу и разлетелась на осколки. От контакта с леерами спереди осталась пара царапин по бамперу, который слегка отошел от основной части машины и слетел номерной знак. Оформляться водители будут по ГАИ, тем более что патрульная машина уже была там. Сотрудники ГИБДД оформляли предыдущую аварию. На мосту образовалась небольшая пробка, которая исчезнет, как только машины разъедутся.